В средней школе номер 6 имени Кожебергена Жирау появилась аллея выпускников. Новую традицию приурочили к Международному дню семьи. Старшеклассники вместе со своими родителями посадили на территории школы 12 зеленых насаждений. Подробности у Жанель Бесенбаевой. Хорошая погода и настроение. Вот что при посадке деревьев самое главное, говорят старшеклассники. Каждая ель теперь как воспоминание о проведенных в школе годах. Здесь и слезы от полученной двойки, и радость от похвалы учителей. Для Рахата Бектимбаева школа стала вторым домом, где он провел свои самые счастливые дни. Такой же добрый след в виде нового саженца выпускник хочет оставить взамен в школе. Мы надеемся, что в будущем сможем вернуться и, взглядев на эти елки, можем вспомнить те времена, когда мы учились в этой школе, то есть те самые беззаботные дни, когда на уме только уроки, школа, друзья и, в общем, беззаботная жизнь. Помогают ребятам высаживать деревья их родители. Дружно они принялись за дело. Память на всю жизнь, как бы. В любое время будут приезжать, смотреть, и это память. А мы, родители, как бы все вместе посоветовались, решили, что аллея для всех выпускников – это очень-очень хорошо. Здание 6-й школы новое. Постепенно просторный двор учебного заведения украшают зелеными насаждениями. Начали с аллеи выпускников. Теперь при входе в храм знаний школьников будут встречать 12 новых елей. Жаңа мектептегі бірінші көктемізді. В прошлом году мы переехали в новую школу. Здесь территория очень большая, но до настоящего времени не было насаждений. Посоветовавшись с родителями, мы решили открыть первую аллею выпускников. Подобные акции мы будем проводить и дальше. Эту традицию продолжат и последующие выпускники со своими родителями. Для выпускников увидеть дерево, посаженное своими руками, станет поводом навестить и вспомнить родное образовательное учреждение, заверяют учителя. Всего в средней школе номер 6 имени Кожебергена Жирау знания получают порядка 1000 учеников. 69 из них – выпускники 11 классов. Жанель Бесенбаева, Казбек Аркбаев, новости МТРК.